Ну что, поехали. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Девчонки и мальчишки, всем вам большой, огромнейший привет из солнечного города Анапа. Сегодня, правда, солнца нет. Снимаю вам долгожданный мною и многими вами, надеюсь, ролик про мои покупки. Видео про Анапу, про мое проживание в Анапе я еще не готова снять, потому что у меня еще идет ломка. И она будет еще, наверное, полгода. Не знаю. Для меня каждый переезд – это очень большой стресс. Прошу меня понять. Мне нужно прижиться, чтобы адекватно вам что-то рассказать. Не на первых каких-то эмоциях, а уже нормальный такой слаженный будет у меня уже обзор, что ли. Ну, тяжело мне пока еще. Вот, ей-богу. Бардак еще и в голове, и привыкание по полной идет еще привыкание, и даже организма. Вот. Пока не могу ничего вам сказать. Ну, давайте, ладно, про покупки. Эту сумку я уже показывала. Это сумка Манго, сумка-сундучок. Ремешок я к ней приделала от магазина Страдивариус. Это было все на распродаже. Ремешок стоил 400, сумка 4. Не на каждый день, конечно, она у меня какие-то образы дополняет. Если с мужем где-то гуляю или так хочется где-то выпендриться. Вообще хожу больше с рюкзаком. Ну, думаю, ладно, пусть будет, в коллекции пригодится. Еще один аксессуар покажу, это магазин Бершка. Заказывала тоже онлайн с бесплатной доставкой. Она, по-моему, сейчас есть, 999 рублей. Такая кепочка в моряцком стиле, в шоферском, не знаю, в общем, как хотите. В общем, вот такая вот кепка. А кожзам мне понравилось, что цвет такой. Вообще, кожзам, конечно, не очень люблю, но вот цвет мне очень понравился. Так, магазин H&M. Опять онлайн. У меня очень мало вещей на такую жару, на сильную, поэтому я как-то свой гардероб пересматриваю и что-то докупаю. Понравились эти брючки. 1100 они стоили. Они сейчас есть, по-моему, там на сайте. Это 100% вискоза. Очень такие, знаете, свободные. Будет легко в жару. И, в общем, видите, широкие штанины, у них есть кармашки. Дуохром такой я вообще люблю, черное-белое сочетание полоски. Не каждый, я думаю, что такие, конечно, осмелится одеть, но я вообще человек смелый, поэтому буду спокойно в них ходить. Например, вот с этой вот футболкой с магазина Ларидут. В Ларидут я уже 100 лет ничего не заказывала, кроме этой футболки, еще одной вешалки телескопической, которую не буду вам показывать. Вот, 100% хлопок, 600, по-моему, 30 рублей, не знаю, в общем, где-то так. Стоила она там с какой-то скидкой. Ну, футболка как футболка. В принципе, сейчас в тренде, поэтому буду с этими штанишками ее сочетать. Здесь рядом есть торговый центр «Красная площадь», самый большой в Анапе. Ну, по сравнению с нашим Гринвичем, конечно, он очень-очень маленький. Вот. Ну, в общем, эти торговые центры есть в Новороссийске, также называются в Краснодаре, может быть, в Сочи. Ну, в общем, везде. И там два таких более-менее магазина, которые я чаще всего захожу, это Нью-Йоркер и Манго. Вот в Нью-Йоркере на распродаже я вот эту вот кофточку схватила за 249 рублей, стоила на 1700 раньше. Здесь стразовая такая лента, она убирается, я ее уберу. Вообще кофточка приятная, вискоза с полиамидом, очень к телу такая, знаете, мягкая, приятная. Поэтому я решила ее прикупить, когда померила, думаю, ей прям неохота снимать. Вот. И еще купила там же за 449 рублей, стоили 1099 джоггеры с люрексом. Тоже можно и вечерний образ создать, и на день. Сейчас это приветствуется. Вообще люрекс люблю. С детства люблю люрекс. Поэтому такие вещи, как бы, ну, в моем гардеробе, можно сказать, изобилуют, что ли. Вообще они такие, знаете, не плотные, а очень такие вот тоненькие, что очень тоже как бы хорошо, тело будет дышать, и
даже летом, вечером, даже если, например, днем жарко было, то вечером надеюсь, что их можно будет, не знаю. Вот. И последние две вещи с магазина моего любимого Zara. Этого пальто уже нет на сайте, заказывала с 50% скидкой, стоило 7 раньше. Ну, за 7 бы я его не купила, здесь голимая синтетика. Это такой, знаете, удлиненный жакет или удлиненный кардиган. Ну, летнее пальто, не знаю, ну, в общем. Вот, мелкие-мелкие пайетки, люрекс и сплошная синтетика. Очень тяжеловатое для меня какое-то оно прям оказалось, но решила оставить. Вот. И мне сейчас вообще не очень удобно заказывать в Zara, потому что в Екатеринбурге я могла съездить и сдать, а здесь надо ехать до Краснодара. Ну вот один раз уже пришлось съездить до Краснодара сдать одну вещь. Вот. Но это решила не сдавать, потому что ко многим моим вещам подходит. Темно-синий цвет я люблю, с тельняшкой, будет так в стиле а-ля Шанель, неплохо смотреться. И последний жакет, тоже, ну в общем... Тоже жакет Zara, это текущая коллекция. Очень он мне понравился, как появился на сайте, я его тут же схватила. У него пуговички такие красивые, со стразиками, 100% хлопок, подкладка 100% вискоза, такая же красивая, нежная, розовая. Рукава отстегивающиеся с пуговичками, со стразовыми рубашек, ну как рубашка вроде бы. Они отстегиваются, можно постирать. В общем, очень нежный, очень красивый. У меня вообще несколько таких жакетов разного цвета, просто вам не показывала. Но кто смотрит мой инстаграм, я там иногда себя в них фотографирую, поэтому как бы, в общем, ну есть они у меня. Вот. Это был весь обзор. Надеюсь, вас надолго не задержала. Пишите, комментируйте. Скоро, надеюсь, увидимся. Всем пока.